Наконец-то смута, ура! Так, так он прошел Дециль, а смуте. А, да, точно. Стадионы. И что вот это? Я должен сейчас вот это играть на своем новеньком, да? Оледе. Вот это, да? Правильно я понимаю? Так, ну давай посмотрим. Вот картинка, на которую я сейчас смотрю, она у меня широкая, на весь экран, да. У меня много лего. Не, у меня лего наборов. О, кстати, да, на весь экран, нихуя себе. О, даже смута на весь экран работает на широкоформатном экране, а вот ваш Elder Ring нет. Вот и думайте, кто заботится о потребителе, а кому плевать. Вот, пожалуйста, вот наша студеная, она обо всем позаботились, пожалуйста. А, сделали, да, обновили. Баги пофиксили. Какие же, блядь, сука, ну что же там? Ах вы ж, блядь, а, да что ж вы творите-то, а? Все, приплыли. Сука, вот мутанты, а. Да как можно, сука? Да, дядя, обновить игру надо, это самое, я там обновление, ну, откатить, закатить, назад там надо, это самое, я, это обновление, то, что это у тебя там, это, надо вернуться, старое сохранение, а вернуться... Я не могу пройти игру, которую я купил, потому что, видите ли, не доделали ее. Нахуй этого продавали? Это то же самое, чтобы я купил машину, она у меня не ездила бы. Это все Байден виноват. Ну, как иначе, ну, а как? Уже обновление 1.0.9, то есть уже 9-е обновление, понимаешь, за 2 месяца. А где результат-то? Вот а что они тут изменили? Да, посмотрим, а что тут изменилось? Ну что? А, ветки шевелятся. Раньше, по-моему, не шевелились, да? Так, чуть-чуть как бы, да, есть что-то как будто. Как будто что-то есть, да, такое. Особенное. Ну, ветки наклоняются, да, по-моему? Да похуй, ты можешь не играть, просто пусть она будет запущена, посмотрим на Юрия нашего. Заткнись. Вернуться в кабак у меня задание, я в него вернулся, у меня там диалог не работает. Разговорили, что откутку нужно делать. Причем тут обновление? В смысле? А при чем тут сохранение в игре? Это нормально, по-твоему, да? Или это типа в порядке вещей? О, сделали. Наконец-то, пофиксили. Открытый мир словно открыл по-новому нам дорогу свою. Заткнись. Что ж творится-то, Юрий? Не надо туда идти, там высоко. Разобьетесь. Ну да. Опасность. О! 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 О, это что? О, да ты что, бля? Это кто такой у нас тут? 75 000 рублей, 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 75 000 рублей. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Мне интересно, как воду адаптировали под Юрия нашего. Не, ну а как? Ну бывает, видишь воду и боишься. А волны-то как идут, как будто лодка плывет. Да.
что ж такого? Дед, будь человеком, начни уже смуту заново. Спасибо. Кого? Чтобы вот так вот потом вот это все, да? Или что? Что от этого? Вот это что? Дед, привет, родненький. Ты же говорил, не будешь в смуту играть. Да, блядь, я не играю. А что случилось? Хорошего патока. В страшилку продолжишь играть? Давай в этот раз без затупов. Сам. Юра хочет плавать. Дайте возможность пацану, а? О, Юра в воде. Не, ну согласись. Не, ну пиздец, конечно. Я просто кайфую от экрана, типа, все остальное, как бы, это... Показываю просто красиво, как бы, ну, экран красиво показывает. Да. В 1612-м еще не все плавать умели. Ну, ладно. А, поэтому понял. Пирамида — это никак иначе, как просто многие думают, что такое пирамида, для чего они и вообще прочее. Это просто как электростанции, можно так сказать, тех лет. Я пытаюсь записывать, но не успеваю. Да нет, там полностью. Все просто запомнить, ну, легко. Гаси, а что ты думаешь по поводу химтрейлов? Пчелокос. А то у меня такое чувство, что я недавно испытал на себе один. Реально пчелокос. Это правда, братишка. В Грандату может происходить. Да, это правда. Без шуток. Вот я себя даже стал плохо чувствовать. Конечно, только дружки в чате думают, что это все... Да, вот, они вообще там ничего не думают, они в доту играют. Валерий Альбертович, а вы можете в ВВК зайти, там фотки над Самарой 10 километров? Можно на стриме, я думаю, показать. Красиво там. Я вам только что опять там... Там написал. Сейчас фотка над Самарой. Хорошо. 2005 года. Не-не-не. Показывает. Это смотри, я фотографировал. Чел, во время путешествия у него на столе iPad лежит. Я в Абу-Даби летал, это фотографии. Из самолета. Чел пернул и полетел в Самару. Чел пернул и потерял все, родной. Можешь в смуте откатиться назад, чтобы пройти без бага диалога? Это на сколько я должен откатываться? На самое начало, что ли? Ну, примерно, когда ты в Новгород приехал. Ну, смута, конечно, это... Как бы здесь, когда человек говорит слово «смута», я здесь не могу как-то сказать «да» или «нет». Просто говорю «да». Ну, типа, дай похуй. Здесь нет понял, вариантов, спасибо. Как бы, не соглашаться или что-то делать другое. Кто знает, какое сохранение я должен включить? 14-е? А что 14? Число, что ли? Что 14-е? Вот это? Предпоследнее? Да нет. Я не знаю, вот скажите, кто знает, до какого сохранения я должен, блядь, играть, начать, чтобы этого бага не было? Это я не пойму вообще, как, блядь, Ярославль, у меня все Ярославль здесь. Да начни просто сначала ее. Такая игра интересная, аж дух захватывает и мурашки по телу. А когда он произносит студеное, ну это просто стояк ловлю лютый, а баба. Вы не знаете? Да как вы не знаете, если вы знаете? Вы же сказали, что ей нужно просто с другого сохранения играть. Кто знает, если не вы? Вы же сами об этом сказали. Отсюда, что ли? Это же пи***ц. Всю игру перепроходить, вы чё, ёбались? Нет, я не буду. Давайте вот отсюда, трудные союзники. По***ли. Мне что-то кажется, что ничего не поменяется. Если это хуйня, вот это вот действительно ничего не изменится после того, как я дойду до того момента. Я, бля, просто охуею. Это худшая игра в мире вообще, которая существует будет. Если так произойдет. А если еще хасмод на ней установишь, то просто будет полная лепота. Самый лучший симулятор ходьбы и диалогов. Да желаю посмотри, перепроходить вот тебе ее еще раз 10. Смотри. Просто посмотри на этого. Это пиздец. Если бы мне дали 500 000 000, я бы научился делать бы в соло такие игры. За короткий срок. Любой бы человек в мире за 500 000 000 сделал бы такую игру. Абсолютно любой. Научился бы это делать. Знаешь, что с тобой ты забуксовал? Где-то сверни не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, что с тобой ты забуксовал? Где-то сверни не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, что с тобой ты забуксовал? Где-то сверни не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, что...
чувство, будто забуксовал. Где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал. Где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый. Знаешь, чувство, будто забуксовал. Где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал. Где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал. Где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый. Ты, знаешь, чувство, будто забуксовал. Где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал. Где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал. Где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал. Где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый. Блять. Знаешь, чувство, будто забуксовал. Где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал. Где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый. Лучше не спеши, ты. Не надо. Знаешь, чувство, будто забуксовал. Где-то свернул не туда, и путь стал замысловатый ты. Знаешь, нихуя будто забуксовал. Где-то вот свернул это туда, 100 миллионов, ты. Знаешь, чувство, будто забуксовал. Где-то свернул не туда. А что сделать надо? Скрытно достать письмо в лагерь казаков. А-а-а. Ну, скрытно это мы можем. Аккуратненько пройдем. Скрытненько проползем. Ну, ладненько, чё уж, как сказать. Тут-то дырка побольше, тут-то точно пройдем. Хотя нет, тут-то точно. А, ну ладно. Уж обойдем тогда немножко. Ну, вот здесь есть тропинка для нас. Тут-то уж точно пройдем. А самое главное, что это наш. Отечественный шедевр от русских летописцев. Валера, знаешь чувство, будто за бок совал. А знаешь, какое сейчас время? Смутное, родной, смутное... Вот это оксюморон, правда. Долго еще эта боевка будет типа идти, как будто дерется человек, блять. Хотя он уже давно убежал от них, блядь, метров на километров 200. Ничего страшного. Все, и по ягоду идем? Поздно уже, завтра пойдем. Кузова приготовить, Надь. Снеди собрать в дорогу. Кузова я в сарай клал, достану. Ага. А снедь твое дело. Ага. Как скажешь. Ага. Ага. Все? Закончили с делами? Я просто хотел послушать, что тут. Че вы? Ну что, удачный нынче год-то. Ага. Ой, не сглазить бы. В кои-то раз земля родила. Ага. Ешь, такие погоды еще простоят, так и голодать не придется. Ага. Дай-то Бог запастись вдоволь. Ага. Дай-то Бог. Ага. Ну ладно. Молодцы. Человека, блядь, сейчас и этот музыка играет, у меня драка идет, не отвлекайте. Так. Доставить письмо в лагерь стрельцов. Привет, я в боевке нахожусь. Ты где? Я в боевке. Так я даже не могу. Это самое это. Квестик-то, блядь. Ваш, блядь, продолжить, пока не убью тех, кто хуй знает где. Километров за 200. На Юрку-то нашего. Напали. А, доставка провалена. Типа, ну да.
А, понятно, ну да, я понял, ну да, конечно, блядь, да, так и должно быть, как иначе, меня, блядь, увидели, да, я в боевке находился, я не мог сдать квест, а меня в миссии там увидели другие, после я бежал в дом, меня увидели, блядь, понимаешь, вот так вот. О, наш Юрка из боевки вышел, а как случилось, Юра? Да ладно, чё, я, блядь, весь поселок пробежал, не обнаружили, а тут раз тебе и все. Ну что? Во, блядь, просто это гениментально, блядь. Сейчас Юрка в боевке-то будет находиться, как дальше быть? Противника нет, а Юра драться хочет. Нет, это какой-то ужас, я не знаю, это все. Это уже прям, ну, прям очень. Это мне очень не нравится все. Ну вот кто? Кто? Покажи мне противника. Ты кого увидел, Юр? Кто тебя обидел? Где противник твой, на которого ты злишься? Покажи. Ты шел себе спокойно? Почему тебе, блядь, надо драться? Покажи, все люди стоят, ты дергайся. Кого ты, сука, бить собрался? Уебок! Тут нет никого, Юра! Кого убить собрался? Тут даже нет никого, сука. Ублюдок. Расскажи, в чем суть игры, может, ты за тупо... Ты просто бегаешь и письма доставляешь. Еще иногда наконец скакать может. Все. О, Юра с боя вышел, ля. Убил кого-то. Взглядом. О. Так, я хочу сохраниться перед тем, как... А, я не могу это сделать. Почему? А, все, задание провалил. Блять, все, нет, я в это играть не буду. Это говно ебаное. Просто, это пиздец. Это играть невозможно. Это вообще-то не игра, это издевательство. Это просто какая-то надсмешка над людьми. Я в это играть не буду. Блять, дебилы, сука. Просто 100 миллионов, блять. Покажите мне лица, кто эту игру делал. Покажите мне лица этих людей, кто-то создал, блядь!